месяцем магазинов, где выставляются эскизы, становится больше, ответственности больше, радости тоже больше. Поэтому делаем лютый гол и посмотрим. Ребята, мы продумали, значит, механику того, как совместить приятное с полезным, потому что изи-пизи – это приятно, а полезно – это то, что прежде чем достать пачку, нужно будет присесть. Вот, получается, одно приседание – одна пачка, две пачки – два приседания. Поэтому я говорю, оп, садимся, ищем упаковочки, пачечки. Посмотрите, какие прекрасные, славные шаурма. Кстати, сейчас мой фаворит. Да, пожалуйста. Шаурма сейчас мой фаворит. Раньше был сыр, сейчас шаурма. И крабовый щикардос. Вот тоже здесь он есть. Все на полочках. Ходить далеко не надо. Все рядом со снеками, там, где и должно быть. Поэтому, друзья, делаем самый лютый, лютейший гол в магазин «Магнит» по всей России, матушке необъятной родине.